Листок сентября. Сегодня 1 сентября. Школьники все в школу ушли, а лес растет. Жара на улице полная. Листочки уже чуть опадать начинают. Желтеют и опадают, но еще не все. Еще жарко. Ночью, конечно, прохладно. А так лепота сентября. Здесь лес липово-дубовый. Чуть кленочки попадаются. В основном липы. А, ну и березки есть там еще посажены. В принципе, все есть. Даже сосны там местами. Смешанный лес. Посадка древняя. Там дубки видно. Листья шуршат, шелестят, свеженькие, опавшие. Грибов нету, потому что жара. Дождей не было, потому что жара. Мясная прохлада. Но все равно жарко в прохладе. Ну, там вообще заросли. Дальше полные заросли. Будем пролазить по зарослям. А, там овраг идет, там типа речка.